Спасибо. Сегодня господин Каштро ответит на ваши вопросы. С переводом нам поможет хорошо знакомый вам Максим Нагорский. Но первое слово я хочу предоставить генеральному директору футбольного клуба «Шахтер» Сергею Палкину, который расскажет несколько подробнее об этом трансфере. Пожалуйста. Разрешите всех поприветствовать еще раз. Но по большому счету, главное, это вопрос, который будет задаваться сегодня. А я только вступление хочу сделать, может где-то повториться, что мы за мистером следили очень давно. Вот, более того, скажу, что сезон назад, когда мы вели переговоры с Пауло Фонсекой, когда не были уверены, что у нас получится договориться, мы уже тогда хотели пригласить Луиса Каштро. Но мы подписали с Фонсекой, поэтому эта идея была отложена. И когда только мы получили информацию, что Рома пригласила Пауло Фонсека, мы сразу же незамедлительно обратились к Луису Каштро, и он нам повезло, поддержал эту идею, ему очень понравилась эта идея попробовать свои силы в клубе, который играет в Лиге чемпионов, и он перешел к нам. А теперь, я думаю, вопросы, ответы. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к вопросам, одна просьба. Сегодня у нас очень много представителей средств массовой информации. Это прекрасно. И у каждого из вас наверняка много вопросов к новому главному тренеру команды. Поэтому просьба задавать по одному вопросу, чтобы каждый из вас мог стать участником пресс-конференции. Если нам позволит регламент, позволит время, то можно будет задать второй, третий вопрос. Спасибо. Ну что ж, да, пожалуйста. Первый вопрос. Луис, добрый день. Рад приветствовать вас в футбольном клубе «Шахтер». Желаю вам удачи. И такой вопрос. По ходу своей тренерской карьеры вы очень много работали с молодежью и отмечали необходимость привлечения молодых игроков в первую команду. Сейчас как раз в «Шахтере» подросло очень качественное молодое поколение, которое стало чемпионами мира до 20 лет. И среди арендованных игроков, арендованных «Шахтером» игроков, находится также много молодых футболистов. Скажите, собираетесь ли вы предоставить кому-то из них шанс на сборах? Если да, то можете назвать фамилии. Добрый день всем. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. И quero agradecer a vossa presença. И хочу поблагодарить за то, что вы также пришли. É para mim uma satisfação enorme. Для меня это огромная радость представлять сейчас футбольный клуб «Шахтер». И agradecer também a forma como fui recebido на Украине. Хочу поблагодарить за то, как меня приняли здесь. Concretamente no clube. Конкретно клубу. Através de toda a sua estrutura. И я очень рад, что здесь такая структура. По вашему вопросу. Молодые ребята, я рассматриваю их на их качество, есть они или нет. Я не смотрю на их возраст. Как я говорю, в течение своей жизни я проработал с огромным количеством молодых игроков. И многие из них стали звездами мирового футбола. Я надеюсь, что это произойдет здесь, в Шахтере. Мы сможем вырастить молодых игроков и дать им силы. Очень важно смотреть на них не индивидуально, а в контексте команды. Нет ни одного игрока, который сможет прибавить сам без коллектива. A proposta de jogo irá também privilegiar esse desenvolvimento individual. Также будет помогать развиваться индивидуально каждому игроку. И espero que uma aliança perfeita entre o desenvolvimento dos jovens e a experiência já existente na equipa, между опытными игроками, которые уже есть в команде, и молодыми ребятами будут приносить нам победы, победы нашей команде. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Да, пожалуйста. Добрый день, рада приветствовать вас в «Шахтере». Такой вопрос. Чем будет отличаться «Шахтер» Луиша Каштро от «Шахтера» Пауло Фонсеки? Я читал и слышал, а partir do momento que cheguei a acordo com o Shakhtar,
Я слышал с того момента, как я подписал контракт с Шахтером, я начал обращать внимание на то, что наши идеи игры с Пауло очень схожи. Это правда. Мы работали вместе с Пауло в футбольном клубе Порту. В свое время я прекрасно знаю все его идеи. С тех пор мы стали хорошими друзьями. Я был также очень внимателен к его работе, которую он проводил здесь. Я очень обрадовался его успеху в Шахтере. Это всегда будет отличный пример для нас по той работе, которую он провел здесь. Несмотря на то, что у нас есть одни и те же идеи, есть определенная специфика в нашей ежедневной работе и в нашем стиле игры, которые могут немного разниться. Если будем говорить в общем видении, у нас есть действительно общая идея, команда, которая старается всегда показывать атакующий футбол, всегда очень сбалансированный и безопасный при этом в обороне, где очень важно, чтобы баланс в обороне позволял ребятам первой линии атаковать и не переживать, что происходит у них за спиной. Понятно, что динамики игры будут немного отличаться. Но если говорить об атакующем футболе, где огромное количество игроков атакуют, идут в зону завершения, мы находимся на одном и том же пути, что и Пауло. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Можно микрофон? Господин Каштру, вот опять же продолжая уже на ту же тему. Продолжая на ту же тему, вот сейчас вот ходит информация, что такие игроки, как Тайсон, Исмаили, Тарас Степаненко, то есть те, которые были ключевыми игроками в команде Пауло Фонсеки, воплощали его идеи, они могут уйти вслед за ним в Рому. Если это произойдет, насколько это ударит по вашим планам? Намерены ли вы как-то с Пауло Фонсекой обсуждать данный вопрос? Спасибо. Мы начинаем, когда наш сезон, начинаем с определенным списком игроков. Мы прекрасно знаем, что футбол в наши дни очень динамичен, где есть приходы, уходы разных игроков. Мы прекрасно знаем, что игроки Шахтера очень популярны в Европе, благодаря тому, что находятся в таком клубе, который побеждает. И благодаря своему перформансу в Лиге чемпионов они более видны, более на виду. Администрация клуба также, я думаю, сможет ответить этой агрессивности в футбольном рынке. Все игроки Шахтера очень важны для нас. Я очень хотел бы рассчитывать на них, потому что ребята, о которых сейчас говорили, как и многие другие из нашей команды, они владеют великолепными качествами и нужны нашей команде. Но в течение своей карьеры тренера я уже привык там и здесь терять игроков. Это не значит, что я не буду продолжать бороться, и мы не будем продолжать на том же пути. И поэтому ни в коем случае надежда от нас не уйдет, если мы потеряем этих игроков. Но, тем не менее, мы на них рассчитываем, чтобы мы смогли добиться тех целей, которые стоят перед нами в этом сезоне. Спасибо. Прошу вас. Продолжая вопрос, продолжая ту же тему. Вы в команде еще недавно, еще толком в игроках не разобрались. Приблизительно через какой срок вы обратитесь к Сергею Анатольевичу с просьбой, что определенные игроки не нужны, а нужно купить вот таких-то, таких-то, таких-то игроков? Как я сказал, я следил за Шахтером из-за нескольких факторов. Первое, потому что в определенный период своей карьеры я встретился с Луишем Гонсалвешем. Он также работает в Порту.
С тех пор, как он ушел с футбольного клуба «Порту» в «Шахтер», я начал больше следить за реалиями «Шахтера». Не только по тем информациям, которые он мне передавал, но смотрел игры, которые было возможно посмотреть. Так как услышал Гонсалешем, я также встретился и с Паулом Фонсекой. Случилось так, что наши пути пересеклись. У нас была возможность поговорить, кроме того, что я смотрел их матчи «Шахтера» в Лиге Чемпионов. Эти люди также мне передавали определенную информацию об этом клубе. Да, это правда. Возможно, я еще не так хорошо знаю состав, как тот человек, который бы работал с ними ежедневно. Я больше знаю их игру, которую они демонстрировали до сегодняшнего дня. Конечно же, это полностью отличается. Узнавать лично игроков в тренировках и в играх, чем просто видеть их на футбольном поле во время матчей. Я знаю игроков по тем играм, по которым, по крайней мере, я видел. И на данный момент я чувствую себя абсолютно комфортно с тем списком игроков, которые у нас есть. Но, как вы говорите, всегда должен быть определенный тайминг, некоторое время, чтобы мы узнали их поглубже. И даже отвечая прямо вот на ваш вопрос, я думаю, что наши сборы, как сбор в Германии, так и сбор в Австрии, будут обязательными для нас, чтобы ближе познакомиться с каждым из игроков. Не только говоря об их психологических данных, личных качествах, но также о их физике, тактике и технике. Анализ вот этих четырех факторов очень и очень важно, чтобы мы прекрасно знали каждого игрока лично. Как вы говорите, для нас тренеров, да, я их знаю, но для нас очень важно поработать с ними, чтобы они положительно реагировали на наши требования. И именно этого я надеюсь. То, что я знаю на данный момент, это всего лишь те игры, которые я видел. Спасибо. Господин Кендерский, просили слово. У меня два вопроса, если позволите, один господину Каштру, один Сергею Анатольевичу, касательно перехода. Сергей Анатольевич, может быть, вам первый вопрос вначале. Известно, что такой есть человек в Португалии, достаточно известный, Жорже Мендеш, который контролирует практически все движение тренеров португальских по Европе, так или в той или иной степени. Мне интересно, вот в переходе Луиша Каштру, он где-то поучаствовал на каком-то этапе или аффилированные с ним люди? Насколько мне известно, в нашей ситуации он не участвовал. Я думаю, Луис Каштро сам ответит, но в переговорном процессе по Фонсеке, и по Луису Каштро его не было. Вопрос Луишу Каштро. Вы сказали о том, что вы дружите с Пауло Фонсекой еще со времен работы в Порту. Вот мне интересно, в момент, когда вы принимали окончательное решение о переходе в «Шахтер», в этот период был звонок от вас Фонсеке? Телефонный звонок? Нет, телефонного звонка не было. Я принял решение, свое личное решение, смотря на свою карьеру. У меня было несколько проектов, которые я мог возглавить, и тем не менее у меня был еще в тот момент контракт с Викторией Гимараеш. Но практически невозможно было продолжать с Викторией Гимараеш. Потому что рыночные предложения поступали. Мне не нужно было просить совета у Паулу по поводу футбольного клуба «Шахтер». Но я почувствовал, что мне нужно, как человеку, как мужчине,
поговорить потом уже с Паулом, когда мы подписали Шахтером. Из-за огромного уважения к тому, что Паулу сделал здесь в Шахтере. И, конечно же, из уважения к дружбе, которая у нас есть с ним. Я уже заменял Паула в свое время в футбольном клубе Порту. Сейчас я заменил его здесь в Шахтере, но немного в другом контексте. Agora o futuro talvez seja Itália para mim. Сейчас, возможно, будущее будет Италия для меня, не знаю. Отраз у Паулу. Снова заменю Паулу, не знаю. Спасибо. Хорошо. Господин Каш, расскажите, пожалуйста, оценили ли вы уровень соперников Шахтера во внутреннем первенстве? Как вы его оцените и как вы оцените состояние украинского футбола на данный момент? Знакомы ли вы с ним? Да, я уже пересмотрел огромное количество матчей. И мы начинаем чемпионат в три выездных матча, Львов, Александрия и Киевская Динамо. И это действительно три сложных соперника, поэтому будет очень сложное начало чемпионата. Сразу же первый матч — это суперкубковый поединок против Киевского Динамо, поэтому будет действительно очень жесткое начало, поэтому мы должны быть отлично подготовлены к этому. И, конечно же, это заставило меня посмотреть огромное количество матчей и посмотреть, что нас ожидает. Por norma, o futebol ensinou-me que nós o que devemos ter não só por todos que nos rodeiam, que é respeito. Чаще всего футбол нас учит тому, что мы должны уважать абсолютно всех. Mas os nossos adversários serão sempre extremamente competitivos contra nós. Но, как мы все прекрасно знаем, в течение всего чемпионата все соперники будут очень бороться с Шахтером. Потому что в украинском футболе Шахтер является отличным примером, как и на европейских аренах. Я прекрасно знаю, что те коллеги, с которыми я буду встречаться, я сейчас говорю о своих соперниках, надеюсь, что это будут коллеги, которые будут нас уважать, потому что мы их уважать будем. Для меня это будет действительно огромная привилегия играть против команд в чемпионате, не только против команд, но также и против тренеров. Думаю, что для нас это будут очень интересные моменты, которые я буду переживать. Поэтому вот так я рассматриваю чемпионат. Это будет отличная возможность не только встречаться с соперниками, с командами, но и также, возможно, обмениваться идеями между тренерами. Спасибо. Ваш вопрос. Владислав Рубков, телеканал «Футбол». Мистер Каштро, вітаємо в Україні, вітаємо у клубі. Ви сказали, що переглядали чимало матчів Шахтаря раніше. І вчора ви провели своє перше тренування. Тобто цікаво почути вашу професійну думку, професійні враження, вже коли ви побували всередині команди. І, можливо, чи можете ви вже окреслити головне завдання клубу на збор? Дякую. Так, nós como compreendem nós quando mudamos de país, понимаете, переезжаешь в другую страну, todos os nossos sentidos ficam muito apurados, a visão, a audição, все наши органы чувства обостряются, ficamos muito atentos, это и слух, и обоняние, и зрение, абсолютно все, поэтому мы стараемся контролировать всю информацию, которая нас отражает. Я очень эмоциональный тренер. Я очень люблю общаться с людьми, разговаривать. Я не в этой профессии только потому, что я там какой-то тренер, который просто живет своей жизнью. Нет, я люблю чувствовать всех вокруг себя, кто со мной работает. И то, что я почувствовал в клубе, это очень положительная энергия. Очень профессиональная организация. На наивысочайшем уровне, несмотря на то, что я был 10 лет в футбольном клубе Порту, где я был в основной команде, в академии и в дубле, я действительно в Шахтере после всего этого почувствовал огромную, отличную положительную энергию, где каждый хочет дать наилучшее от себя. A pessoa que trata da relva, начиная от агрономов, às pessoas dos equipamentos, à administração, китманы, администраторы, администрация клуба, абсолютно все показывают
Senti un prazer muito enorme em fazê-lo. Поэтому для меня это очень большая честь, мне очень приятно работать с этими людьми. Клуб, para além daquilo que via na Сейчас я уже действительно знаю клуб чуть-чуть больше, чем то, что я видел раньше по телевизору. Sinto claramente que foi a opção я certa que eu tomei. Что это было абсолютное правильное решение, которое я принял в своей карьере быть частью Шахтера сейчас. Спасибо. Можно? Прошу, на ваш вопрос. По одному вопросу господину Палкину и сеньору Каштру. Сергей Анатольевич, давайте представим себе, что в последующие два года «Шахтер» не добивается успеха в Лиге чемпионов, не выходит в плей-офф, но 3-4 ваших молодых футболиста, молодых, не Тайсон и Смайли, уходят в европейские клубы за хорошие деньги. Будете ли вы довольны? То есть что для вас важнее в работе господина Каштру? Финансовая составляющая или спортивный результат? Спасибо. Для нас самое главное – это спортивный результат, потому что все остальное – это производное. Более того, ну, мне сложно представить, когда наши молодые футболисты уходят в какой-то топовый клуб, и при этом мы не достигаем никаких результатов. Потому что в основном такое происходит, когда мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и становимся чемпионами страны. Поэтому, ну, прежде всего, еще раз говорю, для нас самое главное – это спортивный результат. Спасибо. Сеньор Каштер, вопрос к вам. Главная, единственная проблема «Шахтера» в УПЛ – это матчи с «Динамо». То есть, как мы знаем по статистике, «Шахтер» не очень хорошо играет с «Динамо» Хацкевича. И при Пауло Фонсеке это были очень похожие матчи, когда «Шахтер» играл в атакующий футбол, ничего тактически практически не менял и, как правило, не добивался результата. Готовы ли вы проявить тактическую гибкость, отказаться от своих принципов, может быть, где-то сыграть вторым номером для достижения результата в матчах с «Динамо»? Спасибо. Я думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, что для футбола статистика не считается. То, что считается, это следующая игра. И то, что Jamais происходит в этой игре. Никогда уже не будет таких игр, которые были раньше. Каждая игра совершенно разная. Да, это правда, что вы говорите, что игры с «Динамо» были всегда достаточно сложны. И в прошлом году не так везло нам с «Динамо». Но, тем не менее, мы постараемся инвертировать эти результаты. Я думаю, что это ошибка, концентрироваться на «Динамо». Но я думаю, что мы совершаем определенную ошибку, смотря на одного соперника, всего лишь на «Динамо». Самое главное – следить абсолютно за всеми соперниками. Самое главное – быть мотивированным в каждой игре, подготавливая команду к каждой игре. И благодаря этому, благодаря нашей работе, мы сможем добиваться отличных результатов и с другими командами, как и с «Динамо», и сможем в конце года держать трофей в руках. И, как уже здесь говорили, в Лиге чемпионов у нас также есть определенная цель – побеждать в каждом матче и стараться, по крайней мере, выходить в плей-офф. Мы постараемся сделать это еще раз. Но сейчас самое главное – сфокусироваться на нашей следующей цели. Первая наша цель – это суперкубок. Очень многое будет происходить в течение этого года. Очень важно потихоньку идти пошагово по этому пути. Важно быть правильно и хорошо подготовленными. Спасибо. Прошу микрофон на третий ряд. Здравствуйте. Так получилось, что все мои вопросы, которые я хотел задать Луишу Каштру, уже задали, поэтому Сергею Анатольевичу, с вашего позволения. Появилась информация в итальянском... Давайте я тогда вам задам вопрос. Давайте. Вам нравится быть спортивным журналистом? Конечно. Qual é o seu clube? За какой клуб вы болеете? Non diga. Не говорите, молчите. Молчите, лучше не говорите. Можно, да? Спасибо. В итальянской прессе появилась информация о заинтересованности к Марлосу и Маркусу Сиприано
со стороны Удинезе. Можете вы это подтвердить или опровергнуть, и открыт ли Шахтер к переговорам по этим игрокам? Спасибо. Давайте мы, мне кажется, сегодня надо сконцентрироваться на другой немного тематике, потому что сегодня представление главного тренера, а эти вопросы, их, я уверен, что очень много, потому что если я сейчас начну отвечать по одному футболисту, возникнут еще 100 таких же вопросов. Поэтому давайте мы вот эти вопросы уже отдельно будем рассматривать. Спасибо. Следующий вопрос. Игорь Цыганок про футбол. Пане Кастро. Ну все, уже, у нас уже нету игроков. Некоторые в Рому, некоторые в Одинэнсе. Кем же мы играть будем? С каждым вопросом будет все меньше и меньше игроков в нашей команде, я вижу. Пане Кастро, я вболеваю за Карпати, якщо що. Ні, я просто не ховаюся. Второй тур, посмотрим. Я би хотів просто дізнатися, от ви приїжджаєте в Україну. Наскільки ви обізнані взагалі з політичною ситуацією, яка є в Україні? Ви знаєте про те, що Шахтар грає не вдома. Як для вас ця ситуація і як ви до неї ставитеся? І взагалі, ну, от ваше бачення даної історії і наскільки ви обізнані от з цією історією? È molto difficile per me parlare sobre o tema. Очень сложно говорить мне на эту тему. Conhecemos o mundo, conhece. Мы знаем, мир знает. Мир знает, что происходит. Não vou emitir qualquer opinião. Я не буду давать никакого мнения. То, что я могу сказать, это то, что происходит в Украине. И если такие вещи происходят в других странах, я как брат, сын, отец, я надеюсь, что будет мир. Я хочу, чтобы все закончилось. Главное, чтобы люди были счастливы и довольны. У всех у нас есть определенная обязанность работать на то в этом мире, чтобы наши дети в будущем были счастливы. Olho com tristeza Я смотрю estádio que nós temos em Donetsk, с большой грустью на стадион, который у нас есть в Донецке. И, não poder utilizar. И мы не можем там играть. И, não poder ter todos quantos gostam de nós ao pé de nós. И мы не можем иметь всех тех рядом, которые действительно любят нас. Mas a vida é isto. Но жизнь такова. A realidade é esta. А реалии таковы. И, vamos tentar deixar todos aqueles que gostam de nós satisfeitos и мы постараемся... Радовать, чем мы можем, тех, кто нас любит. Это также мотивация, которую мы можем дарить людям. Mesmo longe de nós, потому что estamos a fazer tudo por eles. Я думаю, что и даже те, кто далеко от нас, они чувствуют, что мы будем стараться сделать все для них. Администрация Шахтера, президент Шахтера. Я думаю, что все стараются для того, чтобы оставлять болельщиков и людей, которые любят Шахтер, счастливыми. Спасибо. Еще два вопроса. Пожалуйста. Андрій Сеньків, трибуна. У мене питання до пана Палкіна і до Лиша Каштру. Як формувався тренерський штаб, питання до Сергія Анатолійовича, і Даріо Серна, він буде граючим тренером, була така інформація, чи він буде просто тренером, і що з Долієм? Дякую. Ну, во-первых, тренерский штаб определяет главный тренер, как бы это его главная задача. Мы не можем назначать или рекомендовать кого-то. Вот. А по поводу Дарьи Серны, ну, следующий этап пресс-конференции нашей Дарьи Серна, поэтому там вы можете задать вопросы, мы постараемся на нього відповісти. Спасибо. Питання до Лиша Каштру. Ви працювали тренером в командах, які були середняками в чемпіонаті Португалії. Були хороші результати, але це команда не топового рівня. На вас не було тиску, так? У вас не було мети стати чемпіонами, продати гравця за 40 мільйонів фунтів. Як ви будете з цим тиском боротися і як ви, наскільки ви до нього готові? Sim, tive a oportunidade de trabalhar no Futebol Clube do Porto muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar poucos meses na equipa A. Да, действительно, у меня была возможность проработать несколько лет в футбольном клубе Порту, потом у меня была возможность поиграть в основной команде. Нормально трабалям про сквалификация по Лиге Европа. Но потом я действительно работал в команде, которая пытается добиться квалификации. Техника, que ajuda todos os meus jogadores e estrutura de apurar o Vitória de Guimarães para a Лига Европа. Лиги Европы, и благодаря своим игрокам и тренерскому штабу мы смогли прорваться в Лигу Европы в футбольном клубе Гимарайш. Entre treinar o Futebol Clube do Porto equipa A e treinar o Vitória de Guimarães. Но то, что я почувствовал между разницей в тренировать Порту, Виктория Гимарайш, либо Шавеш, либо Рио Аве. Há uma coisa que eu senti, é que, есть определенная разница, которую я почувствовал. Quando nós trabalhamos de forma dedicada, и когда ты отдаешься работе, и когда ты проводишь действительно качественные, хорошие тренировки, у игроков
появляется определенное желание зарабатывать победы, работать на них, бороться за них. Самое большое мое переживание – это хорошо работать. Чтобы мои игроки довольствовались нашей игрой, чтобы оставались довольными наши болельщики тем, как играет команда, и, конечно же, теми результатами, которые команда добивается. И вот это меня движет вперед ежедневно. Я буду продолжать работать с такой же преданностью, как я и сказал. Независимо от того, какой клуб я представляю, но на данный момент мое внимание полностью сконцентрировано только на футбольном клубе «Шахтёре», и мы хотим добиваться титулов и трофеев «Шахтёра». Спасибо. Прекрасная точка в этом разговоре. Спасибо всем за вопросы и большое спасибо господину Каштру за интересный разговор. Еще одна просьба. Просили фотографы, чтобы господин Каштру один с футболкой попозировал в фоне. Спасибо вам всем и огромная удача абсолютно каждому из вас. Коллеги, достаточно?